что ж ты делаешь? Почему раз? Ты почему избу не сторожишь? Отпилил я! Встречает? Странно. Спят, наверное, дармоеды. Едем в Казе на букву Ц. Захаров постелит убирать. Не гасит свет в местах общего пользования. И вообще подозрительная личность. Тоже не гасит. Дыханьян. Живет непосредственно в спекулянте. Судьи в поведении славных мои не успевают. Симулянт. Прокусь. Чем это вы занимаетесь? Доносит, кстати, на всех подряд по телефонной книге. Доси на буквы. Доносы. Кого они теперь нужны? От жизни отстали. Думать не хотите? Обленились. За последние 10 лет ни одной личной гадости люди сделать не можете. А еще злые волшебники. Колдовство я. Батю кто? Так ведь старость, Прокофьевна. В молодости сам не будет. Я не хожу. Молчи, переятка. Ты, Андрюшка? Ой, а какая же? Дядя, быть так в людях зависть и жалость. А говорите, решательность и зависть. Ну, и как же ты возбуждаешь? О, как вот ты думаешь. За последнее время плохо быть будет. И бывает, если удает у одного другого, то быть будет. Ой, да вы что? Дармоед! Ну, покойся, мой, не выйдет, голубчики. Придется еще поработать. Вот и наши преклонные идиоты. Вот какая неприятность. Да. А мы годы себе вернем. Помолодею и с новыми силами начнем людям бред приносить. А как же вы помолодели? Ханка, ханка. Кто не слушает? А здесь никто не будет. Вот слушай. Известный вам. Пророк, напугал. Будьте гладны, деревяшка. Пить хочу. Еще чего? А ну слышь отсюда! Так вот, известно ли вам, что на свете есть множество ребят, которые попусту крепли. Вот мы и должны это время подобрать и взять себе. Так, пока из него возьмут. Мы время-то не кошелек. Вот он человек потерял кошелек, а я взял и присвоил. Вот я понимаю. А время, оно, как бы сказать, невещественное. Невещественное. Для людей оно невещественное. А для нас, слышь, пап,